Новый год с новым рынком. Конечно. То, что в городе у нас что-то новое появляется, это очень приятно. Что мы не стоим на месте, что, что у нас что-то обновляется в городе. В Михайлове открылся новый торговый центр «Космос». В бывшем здании кинотеатра «Космос» вновь началась бойкая торговля. Накануне новогодних праздников торговый центр приглашает жителей и гостей Михайловского района приобрести к праздничному столу натуральные продукты – мясо, молоко, рыбу и полуфабрикаты на любой вкус по доступным ценам. Бастурма армянская, суджуха армянская, все натуральное мясо, никаких добавок нету. Хаш армянский, холодец, готовый уже, варить не надо. А это вот армянское, оно откуда у вас вообще? С Армении привозят. Да, с Армении. Но мы не, ну, не знаем поставщиков, прямо берем у них. Все натуральное мясо, добавок нету. Да, очень понравилось. Понравилось, да? Конечно. Необычно зашли вот только-только. Я в раз увидела свой Михайловский молочный комбинат. Всегда беру их продукцию. Мне она очень нравится нашей семье. Все время мы берем. Мы очень будем рады вас всегда приветствовать здесь. Приходите к нам за молочной продукцией. С Новым годом! Администрация торгового центра «Космос» приглашает предпринимателей района к сотрудничеству. Все хорошо, все устраивает. Ждем дальнейшее сотрудничество. Места есть пока. Приглашаем предпринимателей, пусть придут. Будем рады каждого. Так что здесь двери открыты для всех предпринимателей. Место хорошее, все свежее. Стараемся, чтобы продукты здесь только свежие продавались. Вот так. Прямой сбойный, сюда поставляется мясо. Так что вчера забили, сегодня уже на стол. На площадке торгового центра «Космос» созданы все условия для развития вашего бизнеса. Свежее мясо, колбасы, молочная продукция, выпечка и рыба представлены здесь в широком ассортименте. Да, 25 лет я занимаюсь мясом, да. Михайлович. Да, Михайлович. Здесь работали еще тогда, когда? Да, когда еще мы были на этом старом месте. А потом перешли на новый. Да, перешли на новый. А сейчас опять вернулись. А теперь опять вернулись, да. Вот расскажите вообще о том, как... Очень хорошо, все чисто, тепло, условия прекрасные, аренда в половину меньше, чем было на том рынке. Так что все очень хорошо. Ну, а как вы надеетесь, торговля у вас будет здесь развиваться? Я думаю, что да. Она уже у нас сейчас, мы открылись только 3 дня, и у нас, я хочу сказать, все очень хорошо. Народ нам идет. Отделка хорошая, условия хорошие для работы. Пожелаем им, чтобы торговля шла, хорошо обслуживали жители Михайлова и района. У меня 7 коров. Делают творожок, домашнюю сметанку, все это чистое, как коров проверенные. Приходите, будем рады. Ну, уютно, красиво, чисто, все просторно. Ну чего еще? Ну что, все, мясо много, все хорошо. Но, мы зашли случайно, да. Как бы, да, увидели, вот мясо приобрели. Да. Ну цены, так будем... нормальные цены? Теперь нормально. Теперь заходить будем. Вот Иринка, мы ее хорошо знаем, она нам делала скидку. Да? Все хорошо. Будем заходить, что ж, будем смотреть. Все вроде красиво, хорошо. И это еще не все. Вот в эксплуатацию первого этажа это лишь начало развития торгового центра «Космос». На самом деле здесь предполагается комплекс услуг, включая развлечения и досуг подрастающего поколения. Для детей, да, потому что не успели в этом году. Еще будем расшириться, она и спереди, и сбоку. И 2 этажа это все будет, и на 2-м этаже будет, это обязательно будет. Развлекательный центр. Да, что-то интересное будет для детей, для михайловцев. Так что это еще не финал, будем продолжать развиваться дальше. С Новым годом вас, друзья, с новым торговым центром!